Крылатые девушки, как птица Сирил. На сцене славянская мифология переплелась с другими этническими легендами. С древних времен у каждой цивилизации был свой оберег, так называемый тотем, символ начала, который демонстрировал связь с предками. Именно поэтому шоу «Тотем» представляет собой синтез мифов и легенд с цирковыми номерами. Это не просто представление, а яркий спектакль. Это сказка. Цирковая сказка, но, естественно, в каждой сказке есть какой-то большой, глубокий философский смысл. В этой сказке все заложено, так что приходите, посмотрите. Все очень хорошо. Программа «Притча» учит по-другому смотреть на мир, быть добрее. Акробатика, эквилибр, контактная дрессура – все это представляет собой увлекательное путешествие от мистического символа бизона до сверхвозможностей человека. Это большой праздник, потому что сочинский зритель сейчас может посмотреть те жанры, которые, ну, в общем-то, можно сказать, уже в массе своей утеряны. И именно вот эта программа «Тотем», она несет в себе не только развлекательный такой потенциал, но и глубокий философский смысл. В шоу «Тотем» принимают участие одни из лучших цирковых артистов. Уникальную дрессуру в номере «Игры народов Севера» демонстрирует Ирина Леонтьева, единственная в мире дрессировщица оленей-моралов. Сложнейшие элементы высшей школы верховой езды демонстрируют Вера Мещанова и красавец Корабел. Вечное противостояние добра и зла. Гвоздь программы – аттракцион «Дикая планета». На арену цирка выйдут американские бизоны и тибетские яки. Животные весом в полтонны покажут сложнейшие трюки. Несмотря на философский подтекст, шоу «Тотем» предназначено для семейного просмотра и будет интересно зрителям любого возраста. Гастроли в Сочи продлятся до 1 декабря. Галина Моисеева, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».